улица пригорода обычна, как и множество других, но передвигаясь по ней стоит быть предельно внимательным, ведь для всех участников одна полоса. А между тем, эта объездная дорога принимает огромный транспортный поток всех, кто через Власьев уедет в Барнаул или в поселок Лесной и Павловский район. Рядом с дорогой вырастает новый мост. Прежний из-за аварийного состояния, ему было 40 лет, пришлось полностью снести. Появлялись трещины на несущих конструкциях. Во-вторых, шло разрушение тротуарных блоков. Поступали жалобы от жителей, что имеется уже разрушение именно бетона, что не обеспечило безопасный проход пешеходов. Ну и в целом вся конструкция уже была подвержена разрушениям. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструкцию моста начали осенью прошлого года. Тогда же завершили основные работы. Забили сваи, смонтировали опоры и уложили балки. Сейчас строители стыкуют балки арматуры, чтобы затем залить их бетоном. Далее мы будем работать с подходными путями и дорожной одеждой уже на самом мосту. Планируем мы это все закончить в мае. И в конце мая, в начале июня планируем подойти уже к благоустройству прилегающей территории. К началу лета на реке Власиха должна пройти волна весеннего паводка. И уже после половодья, с наступлением сухой погоды, строители смогут заняться благоустройством территории. На месте объездной обещают посеять газон. А сам мост должен стать удобнее. Его ширина увеличится с 7 до 9 метров, просторнее станут и тротуары. И в конечном счете, подчеркивают представители мэрии, увеличится пропускная способность моста в селе, и сам проезд станет безопаснее. Анастасия Дороган, «День с толком».